Re, viss ēters ir te. Хотели стать в детстве. Кем работаете сейчас? Я еще не работаю, я учусь в университете, но когда я была маленькая, я хотела быть президент. Uh-huh. А на кого учитесь? Бизнес. Сейчас работаю астрологом. Uh-huh. Никогда не хотела в детстве стать астрологом. Вот, а в детстве надо вспомнить. Даже затрудняюсь. Меня штормило. Я сейчас учусь на программиста. Uh-huh. И в детстве как бы и планировал стать программистом. Uh-huh. У меня мама учительница, а папа полицейский, поэтому в детстве я решила, что точно не выберу эти профессии, потому что мне казалось, что это скучно. Решила стать спортивным журналистом, но в итоге поступила на общественные отношения и работаю в сфере коммуникаций. Я хотела быть учительницей, я поработала ею. Ага. Да, сейчас нет, сейчас я закончила другое высшее образование и работаю по этой связи. Я бы хотела быть учительницей, но я сейчас работаю бюро администратора. В 5 классе я хотела стать хирургом, мне это очень нравилось, но я стала секретарем. Ничего общего. Как же сделать так, чтобы желания, вот эти детские, перешли в реальность? Надо очень хотеть. Вам надо заполнить свою жизнь смыслом, и чтобы, ну, как бы вы прожили, ну, счастливо, да, а то, ну, каждый день идти на работу, там, на нелюбимую и на неинтересную, ну, это страшно. Хотела стать балериной. А потом кем стали? Стала программистом. Почему вот не совместили, не воплотили в реальность? Ну, я просто из маленького города. Надо учиться хорошо, во-первых, и, ну, все-таки следовать за мечтой своей.